мои, всем привет! Сегодня я вам хочу показать следующий наш парк в городе Днепре, или же Днепропетровске. Это парк, который, скажем так, это набережная. Значит, первый парк, который недавно запустили, его запустили в позапрошлом году. Реконструировали, прекрасно сделали, можно погулять. Значит, я ехала по Космической вниз. Дальше на кругу я повернула на набережную и начинаю вам показывать от спортивного клуба «Восход». Чем мне очень нравится то, что здесь есть велосипедная дорожка. Я вам рассказывала об этой велосипедной дорожке. Рядом это у нас набережная Победы. Сейчас мы с вами идем по набережной Победы. Велосипедная дорожка очень длинная, уже более 5 километров. Я замеряла, мы проезжали с мужем, смотрели. Ровная, еще пока ровная. Можно кататься на роликах прекрасно. Я начинающий катальщик на роликах, поэтому пробовала, получается. На велосипедах вообще замечательно. Ну и молодежи вечером здесь прекрасно гулять. Рядом Днепр. Мы его пока не видим, но я вам покажу. Сейчас мы туда пойдем. Вот это везде рядом. Так. В ту сторону у нас Космическая. На кругу я повернула влево и выехала на набережную Победы. Сейчас мы идем по набережной Победы. Можно пройти по набережной. Очень сегодня прекрасная погода. С вечера вчера был туман. Сегодня такая вот как влажная, но очень теплая. Солнца нет, но погода очень теплая. И вот так сейчас застроилась набережная Победы. Застраивается и дальше. С одной стороны громадный проспект, проспект Набережной, поэтому и такой шум машин. Вот я вам покажу сейчас проспект. Ну, мы идем дальше от шума. Оп. Сразу покажу детвору. Катаются. Нравится. Мамы детворой гуляют. Встану я вот на этот холмик и покажу с высоты парк. 2 года назад он был еще маленький. Сейчас много детских площадок. Днепр. Детские площадки. Детские площадки «Молекулы» или «Атомы». Я вам показывала, с Никитой гуляла 2 года назад. Вдалеке виднеется аквапарк. Здесь уже тихо. И слышен только детский смех. Ну, идем поближе, посмотрим.
вам, друзья, в этот парк. Сегодня была большая роса, поэтому я хочу показать. Сейчас уже первый час. Как хрусталь. Вот эти скамеечки, мне они очень нравятся. Можно сесть с одной стороны и смотреть на парк, на детскую площадку, ну, на зелень. Можно сесть, повернуться в другую сторону и смотреть на город. Свадьба. Говорят, увидеть свадьбу — это к счастью. Не могу ближе ее показать, но вдалеке у нас есть свадьба. Здесь получаются прекрасные фотографии, поэтому молодежь сюда приходит фотографироваться, делать свои свадебные снимки. И опять иду на большую, на высокую горку. Охрана здесь есть. Есть охрана. Лучше всего показать этот парк именно отсюда, с высоты. Там много. Примечательно то, что здесь много скамеек. Есть для деток, есть где побегать, покататься. Тем, которые постарше, то есть здесь найдется место каждому. Те, которые постарше, они могут просто пройти вот вдалеке, посидеть на скамеечке, когда тепло. А детвора может покричать. А детвора может покричать, подурачиться, побегать, попрыгать. И всем здесь комфортно, и всем хорошо. Достаточно скамеек, достаточно прекрасных. Такая красивая ивушка. Мне прям захотелось. Ну, какие-то, конечно, не наши породы, по всей видимости, привезенные, но красиво. Но красиво, как бы их не критиковали разные критиканы, но все-таки сделали красиво. Оно растет. Вот, может, кто знает, что это за дерево, чем-то на клен похоже, привито. Сам ствол такой, как березка, а сделано как пиво. Ну, замечательно. Вот такая интересная площадочка. Здесь насыпано много мраморной крошки, тоже интересно. Молекулы, то, что мне, я вам показывала в прошлый раз и сейчас. Да, полазать здесь замечательно для детворы. И вместе с тем скамеечки и более взрослым людям можно посидеть, отдохнуть. Замечательно. Еще сейчас вам покажу для самых маленьких.
для самых маленьких. Детский городочек. И детский городочек. Здесь летом были фонтанчики. Такая вот тоже площадочка. Резина. Резиновые дорожки. Покататься можно. Ну, такая вот инсталляция красивая сделана. Здесь когда-то бежала водичка, ну и всякие лазалки, прыгалки для тех, у кого очень много энергии. И скамеечки для тех, кто хочет просто полюбоваться парком, просто подышать воздухом. Дорожки хорошие. Защищены от падения, даже если ребенок и упадет, не травмируется сильно. И Днепр. Днепр. Могучий, прекрасный Днепр. Сегодня прекрасная, сегодня замечательная, друзья, погода, несмотря на то, что солнышка нет. Я вам небо сейчас показываю. Солнышка нет сегодня, но очень тепло. Очень тепло. И тихий, тихий, спокойный Днепр. Вдалеке виднеется... Скажем так, это там, где я каталась на лыжах, на водных лыжах. Вот как они называются, я уже забыла, но такой вот развлекательные на воде, как мы их назовем. Ну пусть это будет тоже парк, развлекательный парк, но это парк без деревьев, а с водой. И вот установлены всякие тросы, которые тянут двигатели. Тянут, и на лыжах тебя тянут. И таким образом можно научиться кататься. Очень много чаек здесь сидит. В центре сейчас уже выключили эту инсталляцию. Так, покажу вам. В центре есть фонтан. Ну, там какой-то плюс. А вот фонтан, да. Его сейчас выключили. Зима все-таки пришла, поэтому выключили. Друзья, приезжайте к нам в Днепр, ходите по паркам, дышите чистым воздухом в парках и приезжайте к нам, друзья, не пожалеете. У нас прекрасный город, замечательный. Смотрите мои видео. Кто не подписался, подписывайтесь, друзья, на мой канал. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня. Пока-пока.